17 тайных законов успеха. Закон 11. Дал слово – держи. Толкование. Вы должны не только знать, как вас воспринимают окружающие, но и сознательно это контролировать. Когда вы обладаете репутацией надежного, ответственного и толкового человека, с вами будут иметь дело. Вам дадут деньги под ваши проекты, вас поддержат и познакомят с нужными людьми. Но если у вас репутация лентяя, подлеца или обманщика, то никто не захочет с вами связываться. Помните о том, что однажды запятнав свое имя, очень трудно восстановить доверие. Как дворянин и отец семейства, я должен блюсти мою честь и имя, которое оставлю моим детям. Александр Сергеевич Пушкин. Стройте свою репутацию вокруг какого-то своего важного качества. Например, вы мудрый человек или вы смелый. Люди, зная вашу репутацию, будут относиться к вам с должным почтением. Вы будете заранее, даже не зная их, внушать уважение и даже страх. Никто не хочет выглядеть глупо, споря с мудрецом. Или портить с вами отношения, зная о вашей способности дать сдачи как следует. Предостережение. Раньше говорили «клянусь честью». Это значит, что ваше слово – закон. Сегодня человек слова – это редкость. А поэтому такие люди ценятся еще выше. Вы подтверждаете свои обязательства самым ценным, что у вас есть – своим именем, которое принадлежит не только вам, а вашим детям, вашей семье. Любой здравомыслящий человек трижды подумает о последствиях, прежде чем нарушать такие обещания. Мораль. Ваша репутация – это ваш капитал. Необходимо тщательно выстраивать и беречь ее. Она накладывает отпечаток на все, что вас касается, на все, что вы делаете. Когда люди относятся к вам с уважением, то ваши слова и поступки кажутся им более значимыми. Они скорее будут готовы согласиться с вашим мнением, потому что вы обладаете авторитетом в их глазах. Если вас считают смелым, умным, решительным, то, скорее всего, с вами побоятся связываться. Враги вас будут обходить стороной, потому что будут думать, что воевать с вами себе дороже. Ваша репутация будет идти впереди вас, делая ваше продвижение к цели проще, быстрее и увереннее. Нужно, чтобы окружающие относились к вам с уважением и почтением. Заслужите такую репутацию, используя важный закон, о котором вы узнаете в следующей серии.